Thank you.
небось, не загорал. Ну как, парень, достал дрезину? Да, слышу, слышу, трахнет, родная, ай, молодца! Теперь тебе к лагономойке надо. Слышь, ты уж там того, аккуратненько. Народец там мягкий, прям скажу. Все как есть почти. Если чего, то и...
Пацаны, перезарядка!
жду. Вот это да! Дядя, а я вас сразу... Артём, поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. И я твой должник. Здорово, Артём. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады? Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживаю. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи! Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха. Круто, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Вы не представляете, что это для нас значит. Спасибо. Мы ведь на этом вагоне год назад сюда... Интересно, сколько на прямой выжмет? Надо будет... Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама! Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее! Thank you.
Давайте ко мне на крат. Охраны человек 15. Давай за мной, только... Четверо трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем крае. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Артём, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех и дело в... Ядрить его! Берите! Кратить базар. Артём командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Ну что, самое... Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем. Огонь! Его заметили! Огонь! Получай! Баржи зачищены. Осталось захватить рубку буксира. Не убивайте, я могу заплатить! Или товар! Товар, товар возьмите! Спокойно, свои! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята? Готовимся к отплытию. Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, с якоря сниматься. Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего, да и они все после заутренней сонной будут.
Артем, князь, мы того. Приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну, Иван, сдайся туда. А я пока охране зубы сглотаю. Эй, на берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Я баржу потерял! Хлебалом тебе поговорить, а? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки! Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь борт развратил. Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Явились ведь, как отец Силантий говорил. Кто явился? Сатаны! Ты как на заутренних не был? Не был. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов искоренять. Ну, рад. Сатаны! Ты как на заутренние не был. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов искоренять. Ну, рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, попробовать ко всю Силантию явиться. Наши по лодкам и туда отца спасать. А перетих их там всех почти положил. Остался только техник. Ну и вообще безоружных, кто там был, не тронул. Не все человеческое растерял, значит, хоть и еретик. И Катька эта ведьма с отродьем своим сбежала. Говорят, у еретиков ее видели. Да кто их знает? Я чего вообще? Семён-то не вернулся. Такие подвижники, брат, не возвращаются. Да и нехристи там хуже девушки. Их убоюсь. Мне-то многого не надо. Одного бы изгнать и домой. А тут они... На все воля Божья. О-хо-хо. Это да. На все воля его. Я вот думаю. Как тут не переживать? Да что тут? Очкарик-то грабанулся, упокой, Господи, его душу. Хоть и не на демона ходил. На той стороне. Медом нам нужно, не на демона. Брат, все лучше жизни хотят. А хорошо, где? Как никто не возвращался. Где нас? Можно подумать о тем, где часто возвращаются. Чего? Ну, давай я тоже с тобой. Вдвоем точно справимся. Да не про не то выдумал. Я бестолочек. Сам как-нибудь. Ну, ты рассказал, что ты не думаешь? Это что там такое упало? Что за нечисть? И тут намусорили. А еще правоверные называются.
что там? Сейчас пойду посмотрю. А тебе? Милостивый и справедливый, защити нас от прикосновения лукавого, и от дыхания его, и от искушения его, и укрепи нас в вере, и спаси души наши, как спаси дела наши для служения воли Твоей, и утверждения власти Твоей вновь на земле, как утвердил Ты ее на небесах, и дай нам силу одолеть слуг нечистого, и покарай нас, если мы недостойны. Пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете! Отвергаем! А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Собственный проклятый подарок лукавого... И пал на землю грешную дождь и дракет, и стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди все не обратились. И вот родители нас уцелело, и покуп нашли приют, верные Господу. И силы Господь, и пролезных избрал старшего, именем Силантий, и рёк ему. Поте поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете. Отвергаем! А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Тот электрический проклятый подарок лукавого глупца! Чтобы те себя возомнили, будто стали превыше Господа. И на пути среди него. Отвергаем! Истинно!
и во втоке электрическом, и соблазны сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто примет ток и атом, и машины всякие, пройдет царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит хлебные чертоги Господа, царь Рыба! Слава Рыба! И не уморимся пришлых, что с войной к нам пожаловали! Попали на приют наш! И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным сверкающий, током электрическим, не уходимся! Это вообще лучший народ нашим! Добрались, значит, еретики проклятые. Катерину увели и до меня добрались. Ух ты, шустрый Артём. Слушай, мы здесь просто проездом. Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой! Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь! Ну вот и молодец! Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит. И останавливаться нельзя, мост рухнет. Вам придется прыгать. Давайте убьем. Мы тут сговорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять, то пойдем вам в город. А, и останавливаться не будем. Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём! Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество — грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Артём! Артём! Просыпайся! Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. У нас ведь людей и так мало осталось.
И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто потому, что они тоже люди. Нагрузила. Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Артём, тебя полковник... А с броником-то что? ТТшник ругался? Ну, тут длинная история. Харе кокетничать, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да! Слышу вас хорошо! С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие. Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, и поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. А сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Да. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного. Но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К6 Альфа, говорите. Так. Товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. И если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке, не волнуйтесь. И до встречи на Ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А подумать только... Сам министр. Артём, кстати, можешь на карту глянуть.
Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на трясине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. А как правительству докладывать, так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Ермак, стоп, машина. Аврора, отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Видишь, как школа вскрыла? Интересно, сколько готово. А то у вас еще на 300-500. Да и так, в общем, неплохо получилось. Полковник, Ермак по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Идем вашу возвращение. Прием. Отлично. Конец связи. Машин сколько? Видишь, прав был Артём. Со всей страны народ ехал.
Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. Ой, это грянское место, часово. Зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Назовитесь. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть догонит поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы?
происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит «пока»? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство гнета? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите откланяться. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень. До войны еще надо было. Но я сейчас вас увидел. Выжечь мразь эту. Да тварь, чтоб не костей покрыть. А теперь покушаем. Артём! Держи! Полковник, сэр! Хватит, сэр! Мне кажется, хватит! Всех к ногтём! Но сначала найди Аню! Простите, Слитон, я немного погорячился. Чёрт с ним! Идём! Забудьте кровь! Yes, sir! Прямо в лоб! Хорошо! Ну что?
точно как наш Д-6. И лифт такой экзактный. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок.